Никогда бы не состоялся без учителей. И сегодня мы хотим выразить вам, уважаемые наши педагоги, слова любви, уважения и благодарности, потому что чаще всего забываем делать это каждый день. Мой слог возвышен будь, когда я говорить начну о том, кто для страны всего дороже. Я об учителе сказать хочу, величественнее и строже. Мы славим вас, кто нас ведет к познанию, кто выбрал путь нелегкий из дорог. Мы славим вас, кто с честью носит звание учитель, воспитатель, педагог. Для продолжения церемонии награждения мы просим пройти на нашу сцену Сергея Викторовича Юдакова, первого заместителя председателя Московской областной думы, и с большим удовольствием приглашаем на сцену начальника управления образования администрации Солнечногорского муниципального района Елену Ивановну Береговую. Под ваши аплодисменты, конечно же. В которых выросли наши медалисты. На сцену приглашается директор лицея номер 1 имени Александра Блока Станислав Иванович Курасов. На сцену приглашается директор муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 2 Масляная Юлия Николаевна. Образовательного учреждения средняя школа номер 4 Бодову Маргариту Юрьевну. Мы приглашаем на сцену Карпович Светлану Анатольевну, директора муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 5 с углубленным изучением отдельных предметов. Мы приглашаем на сцену Наталью Анатольевну Мадатову, директора гимназии номер 6. Директор муниципального образовательного учреждения лицей номер 7. Мы приглашаем на сцену Игнатову Светлану Валентиновну, директора лицея номер 8. Приглашаем на сцену Ольгу Ивановну Штыхецкую, директора средней общеобразовательной школы имени 8 марта. Мы приглашаем на сцену Муравьеву Евгению Николаевну, директора муниципального
Мы приглашаем на сцену Прохорову Наталью Викторовну, директора Обуховской средней общеобразовательной школы. Начальник управления образования администрации Солнечногорского муниципального района Елена Ивановна Береговая. Дорогие выпускники, дорогие наши ребята, уважаемые педагоги и, конечно, родители. Вот и позади прошли наши последние звонки, к которым мы так долго с вами готовились. Позади наши сложные государственные экзамены, с которыми вы успешно справились. Буквально в субботу отзвучали последние мелодии школьного вальса ваших выпускных вечеров. И вот сегодня наступил, наверное, один из таких последних торжественных школьных моментов, когда в ваших руках появилась первая ваша государственная награда. Медали за особые успехи в учении. С поздравительным адресом телеграммы поздравительной обращается к вам министр образования Московской области Марина Борисовна Захарова. И я должна вам зачитать. Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители, мы вместе сделали все, чтобы наши выпускники уверенно чувствовали себя в уже наступившем для них будущем. Дорогие ребята, от всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием школы. Окончить школу с медалью за особые успехи в учении значит с юных лет заявить о себе как о человеке, умеющем ставить перед собой серьезные задачи и решать их. Вы не раз подтверждали свою одаренность, нацеленность на успех победами в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях всероссийского уровня. Мы гордимся вами так же, как гордятся ваши родители, близкие и друзья. Особый праздник сегодня у ваших наставников, ведь успехи учеников являются главной наградой для педагогов. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за достойный выпуск 2016 года. У вас впереди новый учебный год, трудная, но необыкновенно интересная работа. Желаю вам новых славных побед и достойных учеников.
А для вас, дорогие ребята, сегодняшняя школьная победа обязательно обернется интересной, творческой работой, насыщенной жизнью, семейным благополучием. Уверена, что вас ждут лучшие учебные заведения и новые планы на пути профессионального становления. Искренне желаю каждому из вас удачи, счастья и доброго пути. Министр образования Московской области Марина Борисовна Захарова. Дорогие ребята, нам очень жалко выпускать вас из нашего большого гнезда. Но мы надеемся, что, получив профессию, вы к нам вернетесь. Поэтому мы вас любим, мы вас верим, мы вас ждем. Доброго и счастливого вам пути. Медалисты 2016 года. Теперь перед вами мир и бесконечность. Мы любим вас, надеемся на вас. Несите в мир добро и человечность. Пусть в жизни вам сопутствует успех. Дорогие друзья, на этом церемония вручения медалей объявляется закрытой. Под ваши аплодисменты, дорогие выпускники и почетные гости, мы просим вас подняться на сцену для памятного ухода. Наталья Ивановна, мы вас ждем. Господа выпускники, пройдите, пожалуйста.